Здравствуйте, подписчики моего канала. Привет всем поклонникам YouTube, любителям винограда. Значит, сегодня сниму видео про свой виноград, очередной кустик. Это виноград Муромец. Про его развитие. Значит, я на своем винограднике не был 2 недели. И сейчас надо просмотреть, что в нем не так, и исправить какие-то ошибки. Значит, сейчас у нас середина лета. В основном грозди винограда, как видите, здесь наливаются. То есть идет сильный рост грон. И в это время надо сделать хороший полив. Значит, полив я вот уже произвел. Вот на такой куст я добавил золы, воду, и где-то 70-80 литров я на этот куст вылил. Значит, этому кусту 3 года. С прошлого года здесь было заложено 4 рукава. Теперь на каждом рукаве я уже развиваю правильную формировку на стрелку плодоношения и замещения. Еще хотел я получить в этом году урожай, посмотреть, что это за виноград. Ну, как бы стыдно показать, но все равно покажу. Вот такая маленькая гронка. Что-то я не, ну, честно говоря, в шоке, не понимаю, что это такое. Наверное, то ли опыление было плохое, то ли, наверное, виноград подсунули какой-то не тот, который надо. Вот, и сейчас я просмотрю этот куст по пасынкам. Вот сделаем очередное пасынкование. Допустим, как у нас идет центральная лоза. И вот основной лист, а рядом вот это был пасынок. То есть я его уже обламывал. Ну, как видим, опять каких-то там 2-3 недели прошло, и вот это надо обломать. То есть новый пасынок появляется. Если же посмотреть на этот куст вверху, то есть этот куст уже пустил побеги где-то на метра 3,5-4. Вот они перешли вот так вот в арку у меня. И некоторые верхние побеги вот опять пускают вот такие вот пасынки. Сейчас мы это все обломаем. Тут тоже все в пасынках. То есть надо сейчас заняться этим кустом. То есть смотреть надо на то, чтобы лоза, вот как вот я выращиваю с прошлогодней лозы, я выращиваю только 2. Вот одна и вторая. Чтобы эта лоза была ровная. Вот ровная, ровная, ровная она идет. 1-2 метра, чтобы была ровная, без каких-то разветвлений. Делается для того, чтобы лоза была мощная, чтобы пошла в зимовку нормально. Сейчас уже лозы начинают приобретать цвет такой фиолетовый, уже не зеленый, а фиолетовый. Это идет начальное созревание лозы. То есть уже в полив надо прекращать добавлять какие-то стимуляторы роста. Уже больше надо добавлять удобрения, которые укрепляют лозу. Ну, это куст у меня Муромец. Все-таки я посмотрю на эту гроздочку, что с нее получится. И дальше решим, оставлять этот куст или же убирать. Ну, а сейчас буду пасынковать. Пасынкование – это выламывание лишних побегов из пазухи основного листа. Вот у нас основной лист, а вот это пасынок. Значит, на пасынке оставляют 2 листа
или один лист, а остальное, вот это все, что будет расти, все обламывает. Вот здесь, допустим, нету, ничего не растет, потому что было произведено раньше посынкование. Вот здесь вот заложены молодые вот пасынки. Ну, я их трогать не буду. Пройдемся по старым, все выломаем. Ну, вот такой вот кустик у меня. Если вам интересно дальнейшее развитие моих виноградных кустов, подписывайтесь на канал, листайте. Здесь вы найдете не только про виноград, а вообще про разные житейские дела. До новых встреч!